Сульман, в этом месяце, например, более 1000 семей по 20 тысяч рублей каждую семью дают. Ну, вы знаете, каждый год делают. Да, Дербент делает, Дербентский район делает, да, Куспалинский, там каждому жителю по 20 тысяч рублей семью делает. Село Салта делает. Да, поэтому сказал, здесь тоже, иншаллах, все будет нормально. У нас благодарность. Да, посмотрим, да. В этот месяц на этой баракатной земле мы для него тоже дуа сделаем совместно. Алхамдулилля раббил алямин. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ва аля али сайидина Мухаммадин ва салим. Аллахумма инни асалю ва халима салли ва алейкум Мухаммадин саллаллаху алейхи ва салям. Ассаламу алейкум, уважаемые дербенцы, Дербентский район. Я сегодня по дороге заехал своему другу Масуму Галаловичу. И хочу сообщить радостную весть. В этот месяц Рамадан, пускай все, кто держит уразу, кто молится, все ваши молитвы примет Всевышний и за это вам воздастся. Да. Сульман Керимов решил городу Дербенту, потому что он в этом городе живет, вырос. Каждой малоимущей семье, их более 1000, оказать помощь по 20 тысяч рублей на семью. До Куспалинский район, так как это его родное село, родной район, каждому жителю по 20 тысяч рублей, семье имеется в виду. И село Салта, так как его друг там живет, тоже каждой семье по 20 тысяч рублей.